Состоялось заседание комиссии по транспорту Общественной палаты городского округа Люберцы. В нем приняли участие представители компаний-перевозчиков и жителей, которые просят решить вопрос транспортной доступности поселка Красково и входящих в его состав деревень. Доехать до метро Котельники и железнодорожной станции Люберцы 1 и Красково жители Марусина, Машкова и Матюкова могут только автобусами малого класса. Но вследствие отклонения от маршрута некоторых перевозчиков люберчане не могут добраться до нужной остановки. 9-й маршрут у нас катает от Кореневских фортов до станции Люберцы-1. Единично может возить до метро Котельники. Это идет нарушение маршрута. 3-й маршрут должен ходить от станции Красково до станции Люберцы-1. Катает, по нашим сведениям, от ЖК Новокрасково до станции Люберцы-1. Тоже берем на контроль. А жители деревни Торбеево вовсе оказались отрезанными от транспортного сообщения. До ближайшей автобусной остановки идти далеко. Все поднятые вопросы взяты под контроль. В скором времени проблемы обещают устранить силами администрации округа и Министерства транспорта Московской области.